Ксения Собчак выпустила клип, специально приуроченный ко дню рождения великого пропагандиста России Владимира Рудольфовича Соловьева. В клипе она высказала свое отношение к нему. Стоит отметить, что клип выпущен в стиле певицы Монеточки. Если б мне платили каждый раз, когда Соловьев нам вновь в эфире врет, если слабы ВГТРК и построила бы крабовый завод. Если б мне платили каждый раз, когда Соловьев нам вновь в эфире врет, если слабы ВГТРК и построила бы крабовый завод. Ты как после лоботомии свою дичь несешь с умным видом. Для себя ты почти мессия, а для всех ты трепло и гнида. Обсуждаешь 7 дней в неделю ты Америку с Украиной, а о родине слышно мало в удобрениях соловьиных. Экспертов ты гонишь вон, так и нам тебя надо пнуть. Ты типичный пропагандон, так и хочется натянуть. Сейчас такое время странное, что люди вот, ну, перестали, вот они что-то не понимают. Да, юмор и сатира – это та область, где сложно быть милым всем, и ты неминуемо кого-то задеваешь. Но эта похабень регулярно демонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака. Я никогда не высказываюсь о своих коллегах. Это несколько иной жанр, в котором вы ничего не понимаете совсем. Просто вы не работаете в этом жанре. Вы его не знаете. И когда в ваших словах звучит зависть, это не делает вам чести.